Очень жаль, но меняются люди и становятся просто чужими. Только мы их по-прежнему любим, заменить не пытаясь другими. А у них горизонты и цели, достижения новые в жизни. Это мы их забыть не успели. Это мы, как компьютер, зависли. И застыли картинкой на прошлом, не сумев с настоящим смириться. А пора, как бы не было сложно, обновить наконец-то страницу.